Есть видео, конкретно, человек с Ростова, некий Давид, называющий себя правозащитником, говорил с известным азербайджанским блогером Камраном или как там. К сожалению, я только второй день на ТикТоке. Специально за вас зашел на ТикТок. Вот. Из-за меня? Вы из-за меня пришли в ТикТок? В лайве, в прямом эфире, находясь среди митингующих, о том, что они будут устраивать переворот, и Пашиняна ждет вопрос Чаушеску. Да, давай. Эле-элек, да? Да? Не действуйтесь, Владимир Джан, не користуйтесь эле-элек, проблем не было. Какой ты хитрый, я знаю, я тебя давно слушаю, как ты окучиваешь. Это я тоже знаю. Умеешь, молодец. Молодец, умеешь. Там вот Рома Бахтасаряна окучил. Ну я же самый не будь на базаре. Умеешь. Да, ну я не о ней понимаю. Ты же тоже понимаешь.